Всем привет, и сегодня я покажу вам свой сервер в Роблоксе. Вот сейчас я выпустил новое обновление, и сейчас я вам его покажу. Начну отсюда, там где у меня огроменный вот такой лес. Здесь у меня автобусы находятся. И очень много даже разных автобусов. И возле этой автобусной стоянки здесь есть аэропорт. Там где есть самолеты и вертолеты. Можно даже полетать. Тут парковка, пешеходные переходы и дальше все здесь автобусные остановки. Так что можно поездить. Отсюда открывается вот такой красивый вид на город. Это центр города. Вот здесь отель огроменный. И тут был небоскреб, но я его переставил. Просто обновление вышло. Здесь вот можно заметить станция поездов в центре. Она самая большая. И может быть потом я добавлю еще несколько веток поездов. Пока что только две ветки поездов. И 6 станций. Ну, 5 станций рабочих, 6 в строительстве. Может быть, в следующем обновлении она уже будет готова. Вот здесь у меня еще небольшой такой парк в городе. Сейчас я вам его покажу. Вот тут я вот только что я сделал обновление и поставил вот это огроменное колесо обозрения. Вот вам фотка, как оно выглядело раньше. И вот тут я еще поставил отель. И здесь вообще все изменил. Вот этот парк поменял. Отель тут поставил, колесо обозрения и вот все другое. Убрал разные какие-то здания ненужные. И в центре поставил еще больше разных красивых зданий. Типа, тут было очень много свободного места, которое просто никак не использовалось. И это так себе выглядело. И вот теперь тут стоят вот такие дома. И вот еще новый небоскреб даже поставил. Вроде даже несколько. Сейчас посмотрю. Хотя не, вроде я один небоскреб новый поставил. Надо будет еще вот тут где-то поставить еще один небоскреб. И вот это озеро вот тут тоже надо будет что-то поменять. Просто вот это место, оно не менялось еще с самого зарождения сервера. Я вот сначала вот тут все сделал, и вот сейчас меняю. И вот надо будет вот тут поменять потом. Вот тут тоже такое старое место, вот больница какая-то очень плохая вообще. Надо ее точно поменять, ее надо. Просто вот смотрите, как эта больница выглядит. Вот типа больница. Ну, такое себе здание, надо будет поменять. Хотя скорая помощь и хорошая я взял. Тут солнечные панели стоят на здании каком-то. Конечно, оно тут как-то вообще так себе стоит. Надо будет его тоже как-то переставить или вообще новое поставить. Тут я уже вышел из города. И тут уже такие мелкие дома, малоэтажные. Тут у меня военная техника стоит. А, что это? А, я туалет и сюда поставил. Надо будет его в другое место положить. Ну ладно. Тут я просто перестраивал тоже все. Тут военная база. А вот тут очень много солнечных панелей. И тут вообще такая вот электростанция из ветряков. Тут их 4. Вроде еще где-то 5-й был. Вот там. Я в начале видео показал его. Возле станции поездов. И вот тут 2 магазина. Ну, кафе и магазин. Вот тут дальше тоже большой парк. Только его надо будет тоже поменять. И вот тут начинается еще один небольшой город. Ну, больше как пригород. Вот тут большой перекресток такой. С работающими светлофорами. Такие жилые дома. И вот тут самое интересное, мне кажется, это горы. Вот тут я сделал водопады разные, скалы. Вот, типа, надо будет еще здесь и много всего доделать. Просто, мне кажется, недостаточно одного водопада и нескольких гор. Я потом еще изменю. Но тут пока что вот так все сделано. Но тут есть где погулять на этом сервере. Вот я уже насколько далеко от города. Я потом сделаю еще один город. Он будет немного поменьше этого. Может, где-то в 2 раза. Но он будет вообще по-другому выглядеть. И, мне кажется, даже не похоже на этот. Будет другая трамвайная система. Вот сейчас покажу трамваи даже. Они в самом городе, надо будет прилететь туда. А вот сейчас покажу вот тут линия поездов. Все это время я вдоль ее и шел. Вот она, очень длинная. Вот тут еще один парк, но этот уже поменьше. А вот тут вот стоит музейный поезд. Он не работает. Но он просто тут стоит, типа, как для красоты. Тут конечная станция пока что.
Просто это пятый, а вот там уже. А вот там уже, вот, видите, рельсы туда тоже пошли. Тут я пытался мост построить, но пока что у меня что-то не получается. Ну, не знаю, может быть, я переезд сделаю, это получше как-то будет. Ну, я пока что пытался мост сделать. Может быть, сделаю мост, а может быть, переезд. Пока что непонятно. Ну, и вот туда поезда будут ездить. А потом я сделаю депо. Тут вот двухвагонный поезд стоит. Вот там локомотив, только это не пассажирский, а рабочий. И вот там вдалеке еще один есть поезд, красный. И на парковках можно заметить машины, на которых можно покататься. Вот тут Тесла стоит. Вот тут сами горы. А вот сейчас покажу я еще некоторые места в городе. Так, а вот сами станции как выглядят. Многие станции отличаются, и то очень сильно. Тут вот такая станция обычная. И вот переход между станциями безопасный вот такой. А вот тут сейчас покажу переезд. Но я его изменю потом. Может, добавлю шлагбаумы, просто их пока что нет. Есть просто знаки переезда и вот такие штуки, чтобы машины могли ездить. Но я его также изменю. Просто мне не нравится, как он сейчас выглядит. А вот там сам аэропорт. И вот на самолете можно будет в другой город полететь. А, вот я еще не показал аквапарк. Ну, на нем много зацикливаться не буду, просто, может быть, я вот так же поменяю. А вот сами рельсы трамвайные. Вот тут ездит трамвай. Пока что на одном участке из трамваев, а вот тут полицейский участок, то трамваи сходят с рельс на одном участке, а так то они хорошо ездят. Вот там они где-то, вот там они сходят с рельс. Я сейчас там вроде все пофиксил, сейчас они вроде не должны сходить с рельс, но это не точно. А вот как выглядит сам трамвай. Он из Гданьска, ну похож на тот, который Гданьск. Вот такой. Но выглядит трамвай вообще круто. А вот трамвайные остановки вот такие. Тоже неплохие. И они, ну как нормальные трамвайные остановки, расположены также близко. Вот сразу еще одна. А вот тут станции поездов. Очень близко рельсы трамвайные к поездам на некоторых участках. Вот. А вот самая большая станция скоро будет. Просто я вот тут, может быть, добавлю еще рельсы. Или же где-то тут как-то сделаю. А вот тут кончается трасса первого поезда. А вот туда еще дальше идет еще один поезд. Вот там стоит красный. Еще вот пожарная станция. Тут можно включить сирену и выехать на пожарках. О, сейчас надо убрать дерево. Так, а, ну да, я же еще вот ту часть карты не показал. Ну там мало всего. А, 6 ветряков, вот еще один. Тут мало чего еще есть, но немного показать можно еще. Вот сюда вход в лес, вот тут церковь стоит, здесь Теслы. А вот тут такая зона, там где много магазинов. Вот магазины, вот это все магазины и разное кафе. Типа KFC, Макдональдс. Ну, может быть, я тоже тут что-то поменяю. Вот, мне не нравится, как вот этот дом стоит, слишком как-то близко. Вот. А потом поставлю деревья. О, тут детская площадка. Ну, тут такие уже районы, далеко от города. И все, и тут начинается лес. Тут речка. И дальше лес такой. Длинный. Ну и все, тут конец леса. И вообще тут вообще не зависает. Просто вот там у меня огроменный город. Вот сейчас я максимально далеко от города нахожусь. Вот насколько он далеко. И вот тут тоже мини-водопадик вот такой. Тут есть место припарковать машины, и можно погулять в этом лесу. Но это весь мой сервер. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!